Танзийский Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Прокуратура Ненецкого округа особое внимание уделяет надзору за исполнением природоохранного законодательства предприятиями нефтяного комплекса. Этого требует специфика региона. По результатам проверки соблюдения законодательства о недрах установлено, что уровни использования попутного нефтяного газа, установленные лицензиями и проектами на разработку месторождений, обеспечиваются не всеми нефтяными компаниями, которые добывают нефть на территории региона. Например, в прошлом году у 7 предприятий, на объектах которых проводилась проверка, этот объем составил от 3,5 до 77% при нормативе в 95%. При этом неиспользованные объемы попутного нефтяного газа компаниями сожжены на факельных установках, что повлекло негативное воздействие на окружающую среду и выброс вредных веществ – метана, сажи, диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы в атмосферу, что в свою очередь нарушает право человека на благоприятную среду обитания. Также в деятельности нефтяных компаний выявлено нарушение условий лицензионных соглашений и проектных документов в части объемов добычи нефти. По выявленным фактам нарушения закона прокуратуры округа было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях по статье «Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией». Управление Росприроднадзора по округу привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 3 миллионов рублей.